За 100 рублей ты можешь купить всего 500 голды, а можешь сделать гораздо выгоднее. Переходи по ссылке в описании и покупай набор Майк или старый набор Twitch Prime. Там куча плюшек, премы 8 уровня в аренду на 2 недели, эксклюзивные командиры с перками, а главное крутые бусты X5 опыта. Прокачай плохие танки буквально за один вечер. Все просто и делается за 2 минуты. Короче, я толкал речь 5 минут, и у меня было все без звука. Епарасете... О, май гад, это 5 минут бунт, звук. А ты приветствие. Я толкнул приветствие, я там представил каждого. Включил звук? Включил. Здорово, мужики! Здорово, мужики! Мани, мужики! Вы столько пропустили, это такие шутки классные были. Ёпарасоте. Столько было инсайдов, камин-аутов 5 штук было, признали. А ты просказал, как будет 40 лет отмечать. Да. 5 минут кого без звука. Кого он заказал из звезд? Леди Гаг, Киркоров, все будут. Стас, Гена, Дюша, Урба. Мать Зукса, да, придет обязательно. И стартап будет выпрыгивать, и стортика будет выпрыгивать. Там есть еще у актера 3 минуты задержка, напомню. Какая 3? 5 надо. Кстати, Дим, я, ну это, ладно, я... Он весь день 3 минуты стримит. Ясно, что мы сливаем. Не-не-не, чувак, я тебе говорю, это минус бои просто. Это, ну, Сереж, вообще не шутки, это не в рамках того, что вот мне так хочется, это... Да я не специально поставил, причем тут так хочется. Блин, ну, чувак, надо перезапустить 5 минут, эти уровни, нас... мы просто даже не можем подготовиться к бою и координироваться во время боя. Представь, мы делаем раскатку, у нас позиционка, и пацаны через 3 минуты все видят. Давай после этой катки поменяем. Нет, это важная катка, мы 2 часа потом будем хер сосать. Вот, блядь, сейчас перезапущу. Спасибо, Сергей, с пониманием, с уважением к твоей аудитории. 300, Серёж. Торик, бери 289. Оставьте одного, Торика, я думаю, оставьте, либо 300. Одного тут оставьте, не, я умираю. Вас переключим. Вы останетесь? Хорошо. Нормально. Вы спокойно, вы с двух сторон сейчас отсюда. Выходите, убивайте, и все. Спину убивайте. Они поехали, выходите, вот это сбривайте. Чиф ошибается. Да не надо. Он... Убивайте вот этого, а ты иди в клинч и забей чи этого. На чифе в клинч потом. Он правильно говорит, клинч, можешь убить соло, красава. То ли они на тебя поехали? Актер, ты не туда поехал. Актер, крути просто его, закатывай. Назад, актер, уедь. Назад. Актер, крути назад. Да, все, сейчас и красава приедет, убьет. Да, красава его клинч убьет. Да, вы 29 пустите. Да, я сейчас помогу, я когда. Они сейчас 30 пойдут. Можно вот сюда перетянуть? Никитос, можешь вот эту позицию между? Сереж, зацелен на него. Не надо выходить, Сереж. Все, стою. Короче, пушьте, может, вот этого запушить, нет? Может, сюда выйти, звук слышит, может, сюда выйти, Выходите, выходи, вы сейчас вдвоем просто выключены. Пусть Красава сюда запушит, а он на бате сюда. Давай, актер. Ладно, уже поехал. Да, подожди, Красава. Давай, да, я подожду, пускай. Актер, поедь в эту сторону. Зук спрей вперед. Я не проеду, блядь, чел, там зацелены 3 ствола. Да, разве шотник? Нет. Не целят. Да приезжай, блядь, стоят. Приезжай, Зукс, пожалуйста, приезжай. Кто тебя целит, Зукс? Рискни. Актер, вдоль вот этой стенки проезжай, вот этого убивай. Да, заебись. Зукс, ты вот это очень минусуешь. Не надо, красавый убьет. Актер, Барсель, актер, катай Е3, актер, Е3, просто катай, ебаш барабан. Просто стреляй, все. Едь, актер, пожалуйста, едь. Зукс, ты убиваешь право твоего, только у него может пусты есть. В спину, заходи и расстреливай их просто жестко. Молодец. Все, молодец. Нормально, работай, актер. Молодец, Сережа, воин, просто победитель. Он КД. Альфа, я на КД, я здесь слушаю. Убегай просто, куда ты? Убегай. Нахер ты обнимаешься с ним, он тебе сейчас на клыка даст. Я хотел текать тебе через это, но ты понял, Димас. Получил. Да, ты отсосал. Да, у меня жопа закаленная, 9 лет танки играю. Пробитая ни разу, да? Пробитая нахуй ни разу. Что, Ваня, ты же мне сюда тыкнул? Нет, я тебя сюда тыкнул. Блять, а я поехал сюда, как тебе. Туда шотник захотел поехать. Шотник, потерпи, ехал. Братик. А, потерпи. Ну ты мне сначала сюда тыкнул. Да, нет, туда влево. Молодцы, влево, ребята, туда, просто пушка. Лучшие, наконец-то победили. Я вот знаешь что, вот благодаря тому, что ты уважаю тебя, у меня без выключенного микрофона горела жопа, когда я чифу с горы давал непробитие в борт. Бывает. Меня так полыхало, блять. У меня анальное кольцо расплавилось, нахуй. Сейчас буду новую дырку делать. Чиф бежит по центру карты, я хуярю ему барабан в борт. Не пробил. 3-4, ты топ-2 в урону. Если бы я все пробил, я бы Зукса выебал бы. Да, сказал бы ты, блядь. Я бы был бы чемпион.
Не, короче, я третью пашку надо было дальше ставить. Дальше. Кстати, а что? У меня малой, пришел, говорит, мне говорит, послышалось или вы победили? Я такой, победили. Победили, победили. Малому привет от братвы. Да, уже ушел, потом передам. Вообще, короче, актер, историю хочешь расскажу? Смотри. Я уже начала. У меня говорит. Сестренка есть род. Где, конечно, ходил, и все, что в ней было, удалял. Папки ты тоже удалял. Нет. Короче, у меня сестренка есть, ей 9 лет скоро будет. У меня батя как бы плодовитый, вот. И обычно иногда бывает, включает отец ей соло-стримы, когда я соло стримлю, то есть один. И как-то сестренка включила сама стрим, где мы с тобой стримим. Блядь. Таких, теперь, таких, да, батя, слова. Таких батя от тещи получил люлей. От суши 60 лет. А что там, новые слова? Это Дима, это из той серии. Димочка такой хороший стример, смотрим всей семьей. Да. Не, так она, получается, у бабушки включила, типа, смотреть меня на телевизоре. А там теща, как бы, она уже в возрасте, ну, отцовская теща, ну, а там второй брак у него, да. Дмитрий, Дмитрий, пользуясь случаем, хочу принести извинения с уважением это сделать стоя всему твоему роду, братьеву, деду, бабушке, сестренке, всему клану, всему родовому всей общине, всему составу ЛДПР в том числе, партии Яблоко. Перед Путиным хочу извиниться. Перед Зеленским, перед Лукашенко. Ребят. Перед Меркель не забудь. Никогда не смотрите меня при родственниках. Да. И на колонках. Не делайте этого. И да, все, теперь... А, то есть мне можно семью отпустить, а то назад. Что, ты можешь просто... Короче, теперь все. Теперь больше нету ни возможности включать стримы мои самостоятельно. Ну и правильно. Не хрен ребенку. Прикинь, ну... Да, бабушка. Позор семьи получается. Бабушка такая. Как говорится, Дмитрий, в семье не без урода. Да, да. Вот, Димочка, тебя, блядь, воспитывали, сука. Вот она, вот как ты. Ага. Вот так, видишь, а прикинь, на колоночках. Самая прошаренная в семье. На колоночках, как бы, актер начал вещать на всю квартиру. Это залет. Объясняй, что ты. Хорошо там этот. А тебе выговорили потом? Да, ну в смысле мне выговорили. Ничего, батя... Скажет, так, сынок, с ним не стрим. Не, так у меня папа, говорит, актер веселый парень. Спасибо, как это? Но не для 9 лет. Юрий. По отчеству Юрий. Юрий Васильевич. Юрий Васильевич. Не воспринимайте всерьез никого вообще? Не, так у меня отец же он этот, рафляный. Да он-то понял. Нормальный. А вот теща не поняла. А теща не оценила. А теща как по имени отчеству? А, я не знаю, да. Да она тебя точно не смотрит. Я не знаю. Да, в смысле, это второй брак у него, отдельные там родственники. Хотел просто передать, чтобы не выебывалось сильно. Извини, если обидел, извини. Те. Извините. Я представляю, если мне папа сейчас стрим смотрит. Я думаю, он орнул в голосину нормально. А если теща рядом, еще громче орнул. Да, да, это такой. Это про тебя, да? Так... О, Галя, иди послушай, Галь, тут тебе привет передают, Галь! Yeah. Ладно, все, закрываем эту тему. Так, короче, важные сообщения. Mm-hmm. Так. Антиквар пришел, 7777 рублей, всем привет, передай дамам отдельный. Опа! Привет! А деньги-то у нас на корм делятся. Опа! Сережа, на корм. А, блин. А на него тоже же, да, сука? На постоянный корм или... На всех, кроме актера, Глеборга и МВ. Вот, вот правильно. На ребят новых, которых в Ивенте играют. Новых-то я не против. Ясно, нахуй. Сплинтер, блядь. Сплинтер, ясно. Знаешь, нет, тебе Булкин сдал только что, понимаешь? Ясно. Красанулся, я понял, красанулся. Спасибо, антиквар, спасибо. Вельми помеже. Желебер посижур. Здрав, будь боярин! Спасибо, антиквар. Все правильно сделал. Я про Диму. Ясно, ясно. Да, да, да. Не, ну, ребята, у вас крупная медийка. Вы довольно зажиточные крестьяне, скажем так, или бояре. Да, бояре. Вот
наверное, учитывая, как... теле, шане, а, стыдно, учитывая, да. Сергей, какой ты дом строишь, ты реально еще тот боярин. Какой-то там, блядь, там домик малютки, там будка, блядь, собачья. Да, 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 да. У тебя булка, раскрывай карты, булка. Ты там будешь с женой жить, у тебя еще будет 17 там собак, 18 котов, то есть и всем будет, всем по квартире. Скоро зоопарк откроют. Да, не стыдно, не стыдно. Кстати, а ты можешь этот, вот этот зоопарк есть, который можно животных... Неважно, заткнись, сука, блядь. 250 25 квадратов. 22 сотки. Подожди, сколько? 22 сотки? 25 на одном этаже. Под Питером. Под километр Питер. От Питера, не ври, километр. Ну, под Питером, вот буквально. Километр от 20, черты города. 20, 20, 20, а сколько, золотая, сколько ты говоришь, 250 бля. У тебя квадратов дом? Круто. Да. Ой, не 250, 237, блядь, начинайте. 237. А я знаю ребят, у которых 250 квадратов только зал. А, антиквару привет. Антиквару, кстати, да, привет, спасибо большое. У кого? Это только коридор 250 квадратов. Туалет, блядь, сух, туалет 250 квадратов. Ебать, чтобы сразу вот это говно нахуй метать. Нет, предбанник перед туалетом. Разогнался, блядь, расшвырял все нахуй. Знаешь, как коровы идут, прям на ходу срут лепешки, блядь. Нет, коровы эти, бегемотики. Пока добежал до туалета, обосрался. Пока добежал, нахуй, лепешки как от коровы, блядь. Нет, лучше как бегемотик хвостиком вот так. Да, или как лошадка на ходу, да, Лёв? Или как коза там вот эти вот бубулехи. Бубулехи, кстати, можно с изюмом перепутать, Анатолич, аккуратно. И на шее может цепочку себе сделать. Ой, зашел опять на секундочку. Паш, здорово, да, привет, бубулехи уже тут за изюм беру. А мы...